В мире кулинарных возможностей открываются различные способы приготовления самых вкусных и изысканных блюд. Сегодня команда Тека расскажет вам, как приготовить вкусный и сочный салат со стейком с помощью нового набора для специй Space Master. Что самое важное в приготовлении стейка? Правильно его приготовить и подать. Сегодня мы приготовим простой и вкусный салат со стейком, помидорами черри, перепелиными яйцами и руколой. Поливаем стейк оливковым маслом. С помощью электрического набора Space Master посыпаем солью. Поливаем мясо к обжарке. Разогреваем сковороду гриль на максимальной температуре. А теперь будем жарить мясо. 2-3 минуты с каждой стороны до образования румяной корочки. После обжарки мясу необходимо отдохнуть, но перед этим его надо поперчить. Для стейка нам понадобится перец среднего помола. Мясу необходимо отдохнуть в течение 10 минут. Пока мясо отдыхает, готовим салат. Ну а теперь осталось порезать мясо. Немного бальзамического уксуса. Наш салат готов.